Меня зовут Рафаэль Шахледиев. Я из Азербайджана. Город Баку. Клуб «Хадаф спортклуб» находится в Баку. Привезли ребят, кадетов и маленьких ребят. Привезли Хусейна Ускана, друг мой, олимпийский чемпион в Турции. Здесь мы в прошлом году тоже приехали на это соревнование. Каждый год это соревнование еще становится еще сильным. Привезли ребят, чтобы собрать опыт, чтобы поборолись. Ну, для ребят, для кадетов это очень хорошее соревнование, чтобы развиться. Желаю всем спортсменам, чтобы этот сбор они прошли без травм, чтобы все у них было лучше. И желаю, чтобы они самые лучшие, самые сильные пусть на соревнования выиграли.